работам, компания должна была приступить с 1 апреля по содержанию и уборке дорог и тротуаров. На сегодняшний день комитету дорожного хозяйства с 1 числа выдавали соответствующие планы задания по конкретным улицам, по конкретным тротуарам. На сегодняшний день эта компания ни одного планового задания не выполнила, к работам практически не приступила. Более того, представители этой компании подписали соответствующие акты, потому что они не выполняют плановые задания. На сегодняшний момент, начиная с пятницы, полностью отключился телефон. Компания в Москве переехала с момента проведения конкурса. Никаких контактов с ним на сегодняшний день. Начали мероприятия, такие как День космонавтики 12-го, майских праздников, текущий ремонт дорог после зимы. Ситуация абсурдная. Мы впервые столкнулись с такой ситуацией. Всегда муниципальная власть, муниципалитеты выходили с предложением изменить на счет федеральный закон, чтобы его как-то облегчить, чтобы его подвести законодательно так, чтобы муниципалитету было удобно при проведении конкурса процедуры. К сожалению, появился новый федеральный закон номер 44, в котором четко и ясно было прописано, как проводить новые конкурсные процедуры в новом формате. Причем новый формат оказался таким, что, к сожалению, мы не могли. Потому что сегодня многие вопросы задают журналистам и спрашивают, а что же вы не могли обеспечить победу, в кавычках, вашего МОКа? Начинаешь объяснять, конкурсные процедуры мы не могли записать наличие специализированной техники, базы, людские ресурсы и все, что связано с ресурсами, чтобы убирать город. То есть любая шарашкин контора может сегодня приходить и заявляться на конкурсе и выигрывать. Ситуация сложная. Дело в том, что мы еще даже не знаем, в законе четко не прописано, в какой период мы имеем право разорвать контракт. Сколько нужно еще ждать? Потому что никто не знает, какое решение примет суд. Смогут они его там продавить каким-то образом, с аргументами, а вдруг убедят судью, что оказывается еще недостаточно грязный город. Еще можно дать возможность подрядчику поработать. Может быть такой корректировать, правильно? Такое может быть. Тогда кто определит, в контракте не прописаны критерии. И сколько времени нужно ждать, чтобы муниципальная власть могла заявить о том, что нужно контракт расторговать. О том, что сегодня контракт с организацией, которая выиграла контракт на уборку городских дорог и улиц, будет расторгнут. Будет расторгнут, и я думаю, мы в ближайшее время в городе порядок будет.